Узрост от 18 годов, рост от 172 сантиметров, наявность детей и мужа. Стать королевой прыгажости после народжения дитяти. С такой метой на кастинг у Центра моды и прыгажости «Хрустальная нимфа» пришло каля 100 удельниц. Это у 3 раза больше, чем у минулым годе, когда конкурс проходил упершиню. Профессии будущих финалисток самые разностайные, как и узрост и колькость детей. Большесть пришли на кастинг у первый раз. Вот решилась. Увидела в Инстаграме, называется, вывеску, я решила, все, пойду, надоело сидеть дома. У меня одна дочка, ей 3 годика, только вот пошла в садик, тоже красавица. Я хочу, чтобы мои мужчины, то бишь мой муж, мой сынок, гордились своей мамой, тем более они за меня очень сильно болеют, поэтому я настроена серьезно на победу. Головная миссия такого конкурсу – пропаганда семейных каштовностей, идеалов миру, добра и прыгажости, а так само престижу материнства. Переможца будет представлять наш город на інших конкурсах прыгажости, у тим ліку и республиканским. Узнав о конкурсе еще в прошлом году, я решила, что на следующий год обязательно мы подрастем с доченькой и обязательно придем поучаствовать. Я думаю, что девочки, которые еще только собираются стать мамами, должны посмотреть на нас все и понять, что после рождения ребенка можно продолжать вести активную общественную жизнь. Конкурс складаецца з 3 этапаў – адборачнага тура, падрыхтоўкі ўдзельніц і фіналу. Падрыхтоўка ўключае ў сябе майстар-класы па дэфіле, хореаграфіі і фотасесію. Па вопыце мінулага года арганізатары адзначаюць, што будучыя місіс да гэтага этапу ставяцца больш сур'ёзна і ўважліва, чым маладзенькія міс. Дарэчы, да падрыхтоўкі самога фінала конкурсу ў гэтым годзе падыходзяць таксама больш грунтоўна. Ну а само шоу будет в разы более серьезным и по техническому наполнению, то есть у нас много задумок по свету, использованию лазеров, светодиодных экранов, так и по артистам и номерам, которые будут в перерывах между выходами участниц. Также очень приятно поделиться, что некоторые коллекции, которые будут показаны в конкурсе, сейчас готовятся в Центре моды и красоты «Хрустальная нимфа», мы сами шьем, и я думаю, что будем удивлять и радовать зрителей и участниц интересной одеждой. Журы абрала 15 абаяльных, паспяховых і актыўных дзяўчат. Яны прымуць удзел у фінале конкурсу, які адбудзецца 8 студзеня ў абласным драматычным тэатры. Ганна Каральчук, Ігар Марышчынка, тэлерадыёкампанія «Гомель».